Здравствуйте! Сегодня на обзоре Fenari MH27UV от Nightcore. Крайне удачная, можно сказать, легендарная версия фонаря имеет ряд отличий от прочих, в том числе это ультрафиолетовое свечение. В итоге фонарь имеет 4 светодиода. Первый и центральный – это мощнейший Cree XPL HV3, который на максимальных оборотах развивает световой поток в 1000 люмен, при этом дальность луча достигает дистанции в 462 метра. Далее по кругу рефлектора врезаны еще 3 светодиода, один красного, так называемого тактического или скрытого свечения, второй синего свечения можно использовать для верификации поиска крови и рыболовных целей, и третий это тот самый ультрафиолетовый светодиод, будет полезен в криминалистике и гемологии. MH27UV имеет в своем арсенале множество режимов свечения, начиная от стандартных функций центрального светодиода на 1, 55, 250 и 1000 люмен, и заканчивая специальными сигналами SOS, стробоскоп и маяк. При этом цветные светодиоды, кроме постоянного освещения, могут работать в режиме полицейского маяка в комбинации синий-красный или красный отдельно, синий отдельно на выбор. MH27UV исполнен из сплава алюминия, имеет анодирование военного класса HA3, поэтому без проблем переживет падение с 1,5-метровой высоты. Все узлы имеют прокладки гидроизоляции и обработаны силиконом, что отвечает уровню защиты от влаги и сырости IPX8 и позволяет погружать фонарь в воду на глубину до 2 метров. Фонарь конструктивно имеет три составных части. Это голова с ударным безелем и ребрами охлаждения, корпус под пальцевой накаткой для надежного удержания светового прибора в руке и тросовая запирающая крышка аккумуляторного отсека с той же под пальцевой накаткой. Управление фонарем простое и интуитивно понятное. Все находится на двух кнопках, где торцевая активирует электропитание, она же при выключенном фонаре полунажатием активирует любой ранее установленный режим. При этом боковая раздвоенная кнопка со встроенным маяком и индикатором питания последовательно переключает режимы свечения клавишами вперед-назад. MH27UV питает один аккумулятор 18650 или два RCR123A, которые располагаются в подпружиненной контактной группе, что делает световой прибор крайне стойким к выстрелам из больших калибров. При этом емкие элементы питания от Nightcore обеспечивают непрерывную работу фонаря до 708 часов. Заряжать аккумуляторы можно при помощи встроенного микро-USB-порта от любого стороннего устройства, которое окажется под рукой. Бренд Nightcore дает полную гарантию на фонарь MH27UV сроком на 5 лет.